Всем привет! Я уже, в общем, собираюсь домой, но мы были в Кесарии на сборах, как мы ездим несколько раз в год. Особенно ничего снимать здесь не было, но я вам хочу показать потрясающе красивый закат. Закат у нас сейчас 4 часа дня, поэтому почему в 4 часа дня вам не показать потрясающе красивый закат? И клин, птицу летающую, который просто... заставили меня все барахло, которое у меня было в руках, схватить в зубы, достать телефон и начать снимать, потому что зрелище было, правда, великолепное. Давайте я переключусь, посмотрим на море. Жалко, нельзя передать тот зимний морской воздух, который здесь сейчас. О, вселенная, как же это прекрасно. Там электрическая станция. Хотел сказать на горизонте, но это не горизонт, там горизонт. Вот он, там какой-то корабль, парусники. Я люблю гулять по морю зимой, вечером. Ненавижу пляжный отдых, но насколько я люблю море, в общем, там корабль какой-то на горизонте стоит, немножко красиво. Тучи и вот остатки солнечного света как-то красавица распадаются оттуда. Я вижу даже, что камера, да, шикарно передает сейчас этот эффект. Просто восхитительно. Я, кстати, все свои видео такие снимаю с рук. Я давно научилась, как это делать так, чтобы руки не трястись. Стараюсь медленно вам трясти. Все спустя. Как дела вот такой? Привет! Привет, рыбий толстый. Там парусники. Здесь есть просто центр парусного спорта, поэтому очень много здесь есть лодок, каких-то парусных, разного вида парусники. И катамараны, и такие, как это называется, нет, не сетки. Сетки это без паруса. Ну, у меня помню, я небольшой знаток парусного спорта. А вот тут, представляете, здесь из-за того, что это Кесария, это как бы, смотрите, здесь небо какое голубое, здесь запрещено строить высокие здания. То есть здания, которые здесь строят, все вот 2-3 этажа, не больше, чтобы сохранять исторический вид. Поэтому нету ничего высокого. И вот это вот, то, что вы видите тут, это столовая от того центра, куда мы приезжаем на сборы. Вот мы сейчас сидели, обедали вот в этой столовой и любовались вот этой красотой. Но было еще чуть-чуть пораньше, поэтому было больше света, но все равно это просто потрясающе. Летом и зимой, когда мы сюда не приезжаем с командой, я всегда сижу просто и восхищаюсь. Вот она стала вот сейчас закрыта, потому что до ужина теперь. Зима пришла, в общем. Если бы вы сейчас видели, сколько всякого барахла я держу в руках и увидела вот эти вот два клина летящих птиц, я просто нагрузила все на одну руку, вытащила камеру и решила обязательно это заснять. Смотрите, какая красота. И вот там море и небо. Сейчас спущу еще к морю, поснимаю. Вот что у меня тут на одной руке, и тут еще вот я пальцами прихватила ключи, просто потому что это было потрясающее зрелище. Вон они уже улетели туда. Идемте теперь немножечко покажу вам катамараны и другие тут парусные штуки. Кто не видел с прошлого раза, покажу еще раз.
потому что реально здесь особо снимать такого нечего. И как-то на подозрение странно было, много работы в этот раз, поэтому и времени не было размышлять, потому что, ну, какие-то, знаете, такие побочные проблемы. Кто-то забыл кимоно, кто-то отказался ехать, а остальным кому-то не было подвозки. В общем, какие-то вот такие организационные вещи занимали просто все мое свободное время. Поэтому на прощание хотя бы вам кое-что покажу, поделюсь. А еще здесь было дико из-за того, что кондиционеры для отопления, они дико сушат воздух. И я просто думала, что я умру ночью особенно. Я столько пила воды, я встала на утро, и я на какой стороне, у меня такого вообще никогда не бывает, а на какой стороне я спала, у меня вся туда вода и перетекла лишняя. Потому что, ну, ночью пить это вообще, это дикость. Но когда такой сухой воздух, у тебя автоматически появляется это желание пить. Я такая встала, думаю, о, это я или это водяной? Тут с нами, видите, тоже люди расходятся. Еще был Крав Мага, такой израильский вид спорта. Вот они сейчас тоже разъезжаются. И здесь еще был баскетбол вместе с нами в эти выходные. В общем, центр был забит просто под завязку, и мы еще почти 40 человек. Но ничего, мы справились, потому что сейчас самый разгар сезона. Давайте я вам покажу лодочки. Вот там, видите, прямой есть выход на море. Их скатывают. Сейчас я переключусь, и вы увидите лодки. Вот они, красавцы. Большие, маленькие. Я ничего не понимаю в катамаранах. Но я знаю, что они... Я не знаю, я очень люблю вот этот... Сейчас ветра нет, не слышно, когда есть небольшой ветер. Вот эти мачты... так очаровательно позвякивают. Прямо ASMR-видео можно снимать. Просто потрясающе, какой они звук издают. Вот эти вот тросы, это, вот эти вот, которые об мачту постукивают, это потрясающий звук. Вон там каяки морские. Вон они. Красненькая там. А внизу, я не знаю, как это называется по-русски, доска вот эта для... как спасательные на таких плавают. Ну и тут все, что только... Ну, тоже каяка желтенькая. Байдарка. Каяка называется по-русски, а вот эта доска, я не знаю, как называется. Так что все разъезжаются. Выходные прошли замечательно. И на улице сейчас около 20 градусов, наверное. Из-за того, что рядом с морем прохладно, но и ветра нет особо. Что тоже замечательно. Идемте к морю спустимся немножко. Потому что если был бы ветер, то было бы вообще пронизывающе холодно. Здесь я даже не знаю, кто это, чьи это дети. А, это дети, которые... Вот из этой вот школы. Как же это называется-то, а? Парусный спорт, короче. Там лодочки. И вот здесь прямой есть спуск к морю. Пес чей-то гоняется. Ну вот и все. Всем спасибо и увидимся завтра в следующем видео. Пока-пока.
Thank you.